Я могу сказать, что я люблю гинекологию, да? Меня зовут Тамбу Фоцо Кристиан Ванел. Я студент 4 курса медицинского факультета. И я приехал из Камеруна. С дипломом врача не обязательно работать в медицинской сфере. Можно и бизнесом заниматься, если есть стремление, можно и чем-то другим заниматься. Моя мама врач, она педиатр, детский врач. Я с детства мечтал стать футболистом. Я могу сказать, что это удача просто, потому что у нас в стране такая программа, что если ты заканчиваешь школу на отлично, ты подаешь документы на бюджетное место, чтобы учиться за границей. И вот я в Министерство образования там подал свои документы, и меня тогда дали бюджетное место в России, и я приехал сюда в 2017 году. Когда я делал свои документы, именно в Министерство образования я там встречал одного парня, он отучился в России, вот именно он врач, он учился тут 7 лет. Мы что-то разговаривали про его опыт в России, и вот он чуть не рассказывал, как все тут прошло. И, во-первых, можно будет работать врачом. Мои личные стремления — это чтобы стать врачом, травматологом, ортопедом. Я могу сказать, что я люблю гинекологию, да? Я больше всего ее люблю, потому что она мне как-то легко дается, вот. А предметы, как неврология и всякие, они чуть трудно мне даются, да. Есть невеста, я ей уже сделал предложение, вот. Мы собираемся жениться уже через год. Она тоже иностранка, она из Алжира.